Госсекретарь США Джон Керри, комментируя речь российского президента, сегодня заявил, что Соединенные Штаты вовсе не добиваются международной изоляции России, а лишь хотят, чтобы в Москве способствовали решению украинского кризиса. Более того, по словам Керри, у Москвы еще есть шанс восстановить отношения с западными странами в прежнем объеме. Правда, для этого Вашингтон предлагает России вернуть Крым. It is not our design or desire. Это не наш замысел и желание, чтобы Россия была в изоляции. Более того, мы убеждены, что Москва может восстановить доверительные отношения с Западом, если она просто поможет урегулировать украинский кризис и будет следовать Минским договоренностям и перестанет поддерживать насилие на востоке Украины. Если Россия также перестанет поставлять оружие и бойцов и будет использовать свое влияние на сепаратистов с тем, чтобы отпустить заложников и гарантировать безопасную работу инспекторов ОБСЕ, а также, если будет уважать признанные всеми границы между Россией и Украиной и прекратит незаконную оккупацию Крыма. And end the illegal occupation of Crimea.